Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Мы едем на выставку животных, собак, кошек. Не знаю, что я там смогу поснимать вам. Ну, что-нибудь поснимаю, буду стараться, потому что не каждый хочет сниматься, чтобы животных их не снимали. Ну, не знаю. Как мне удастся, так я все сделаю. Так вот нарядились, у нас такая сырая погода, идет дождик. Прогуляемся, и вам покажу, где мы будем. Я очень радуюсь, я люблю выставки такие вот, когда проходят. Очень интересно, я думаю. Особенно собачек хочется посмотреть, себе что-нибудь приглядеть. Может быть, тоже прикупим. Муж улыбается, сидит, да, Паш? Говорит, не мешай мне, не мешай за дорогой смотреть. Присмотрю себе собачку, породу посмотрю. Хочу какую-нибудь еще собачку, вот такую, знаете, небольшую, как наподобие нашего, да, ну, чтобы она такая была, тоже маленькая, миниатюрненькая, такая же послушная, как Борнюшка. Конечно, как воспитаешь, да? Ну, посмотрим. Потому что, знаете, так сильно не увидишь собак, да? А вот на выставке как раз можно все увидеть, посмотреть, приглядеть. Кошек посмотрим, если они будут, конечно. Вообще, мы читали, что выставка собак должна быть. Про кошек точно не знаю. Но если будут, тоже поснимаю. Такие дела. Парнюшечку дома оставили, не стали с собой брать, потому что мы подумали, знаете, а вдруг не пустят, потому что там собачки должны быть все привитые, прививки должны быть свежие, а у нас уже, я думаю, не совсем такая, наверное, свежая, а потом, наверное, перевести паспорт надо, у нас же паспорт с России, а здесь мы еще не переводили его, поэтому он не пойдет, поэтому мы решили не брать. Посмотрим, может быть, поводочек ему какой-нибудь новенький куплю, может, лежаночку, если по цене нормально будет и понравится. Посмотрим. Погуляем, походим. Всегда же интересно что-нибудь посмотреть, новенькое, правда же? Я люблю, например, выставки, обожаю просто всякие мессы, выставки. Слава Богу, что они сейчас у нас стали проходить. До этого как-то все поотменяли. Заехали мы в туннель. Ну, он небольшой такой туннельчик. Так, сейчас я. Посмотрите, какая у нас погода. Сырая-сырая, идет дождик. Ну, ничего, зато тепло, не холодно. Дождь пошел, сразу тепло стало. Мы едем в Карцрое на мессу, выставку тиров. Тир. Выставка проходит, по-моему, с 11 по 14. Сегодня и завтра еще. Посмотрим, сегодня съездим, как это все будет. Если понравится, может, и завтра поедем. Не знаю. Загадывать не будем. Впереди уже виднеются здания. Вот, ребята, мы опять пришли на выставку кошек. Вот. А что, надо? А, заполнять сначала. Опять мы заполняем бумажки вот эти вот. Нам сказали писать. Собачки всякие разные. Ой, боже, боже. Боже. Там соревнования какие-то, мы туда не пойдем. Много всяких разных. Гончие собачки. Очень много народу. Вот здесь продают все, вот сюда нам надо. Все для собачек.
Сейчас посмотрим. Для нашего сынулечки что-нибудь. Может, для кошек. Посмотрим, короче, не знаю, что. Вот лежанки всякие. Видишь, Паш, где... Уже нету. А, вон он. Я уже испугалась, опять потеряла его. Думала, потеряла. Смотри, Паш, с собачками ходят тоже же везде. Могли бы здесь нашего сынульку взять. Пойдем смотреть. Это игрушечки всякие разные. Наш с игрушками не играет. Вон лежаночки, ну мне такие не нравятся. Мой муж опять убегает. Вот здесь вот что-то такое. А, хотя для собачек всякие такие инструменты. Ой, красивая какая. Вот миски красивые какие. Классные миски. Отличные, красивые. И расчески для глаз. Знаешь что, Паш, надо для глаз посмотреть. Для глаз, чтобы это... Собачки интересные. Лежаночку надо хорошую посмотреть. Ну, кожаные лучше не надо. Народу тьма. Вот как любят у нас кошечек, собачек. Собаки какие красивые. Обрати внимание, да, где вот глазки вот это вот. Смотри, какие собаки, Паш, посмотри. Ошейники по 7. Для больших собачек. Жесткие такие. Вот наш бы сейчас бы тут веселился, бегал бы. Наверное, зря мы его не взяли. Ребенка. Да, Паш, наверное, зря мы его не взяли. Ой, какие. Ой, какие собачульки. Я говорю, зря, наверное, мы не взяли нашего ребенка. Он бы сейчас тут бегал бы. Питание всякое разное. Такая собака большая. Интересные, да? Еще маленькие. Так. Всякие игрушки. Косточки. Надо Барнюше косточку купить какую-нибудь. Что-нибудь надо купить.
Ладно, мы сейчас обойдем, посмотрим, давай обойдем, а потом уже что-нибудь прикупим. Там кафе. Да, классно. Очень нравится мне. Вон коляски продаются специально для собак. Посадил и повез. Смотрите, какая коляска супер. Представляете? Классно. Вон диванчики для кошечек. Ну, 100 евро стоит. Офигеть. Да. Здесь парикмахерская для собак. Стригут их. Специально. Пойдем, Паш, по этому ряду пройдемся. Смотри, какая собака. Посмотри. Посмотри. Представляешь? Какая она здоровая, да? Прошу прощения, колбаски для собачек.